пара слов о пиаре, о запретах. Еще раз. Ну, мы уже говорили о том, что запрет – самый эффективный прием повышения продаж. Но поговорим еще о том, что некоторые запретные приемы запрещены законом. В Америке, например, запрещено похищение себя же в целях саморекламы. Ну, наверняка запрещена и смерть, но все-таки это было бы верхом цинизма. В России запрещены сообщения о, скажем, заложенной бомбе, о клевете. Ну, конечно, это не запрещено, скажем так, не запрещены, они разрешены, но это очень дорого вам обойдется. Либо по времени отсидки, либо в сумме залога. Но при этом не зря же запрет является самым сладким плодом. Это раз. Момент к тому, чтобы применять, но осторожно, эти моменты или какие-то их элементы частично, чтобы это было законно. Ну и в рекламе, я вас смею уверить, запретов-то побольше будет. Законотворческих, законодательных. Поэтому все-таки пиаром заниматься поэтому интереснее, проще и свободнее.